Расскажите про свои эмоции. Как мы понимаем, это участие ваше в таком масштабном конкурсе, это впервые за вашу карьеру? Да, очень круто, очень интересно, много новых знакомств. И вообще весь этот опыт новый совершенно. То есть это, наверное, не знаю, не с чем сравнить эти эмоции. И я думаю, что это очень хорошо повлияет на творчество, новые песни появятся и так далее. А вы с кем-то подружились из участников? Мы в одной гримерке были с Кузнецовым. Еще на каждую репетицию получалось, что я приходил, передо мной была Мила Нитич. Мы уже так стандартно здоровались. И познакомились со всеми ребятами сейчас, когда на выходили. С Агиазмой, с Детач, с Рожденом, с Иларией. Короче, со всеми. Как вы считаете, какая атмосфера между участниками? Больше дружественная? Дружеская. Дружеская. То есть нет какого-то соперничества такого конкретного? Вот, какие ваши эмоции после выступления? Все ли получилось, что хотели? Да, я получил удовольствие. Ну, как судьи отреагировали, конечно, жаль, потому что это очень влияет, конечно. Я видел эту песню именно так. Вот так. Спасибо вам большое, желаем вам удачи. Спасибо.